Всем привет! С вами Настя из Диномамы, и сегодня я покажу вам зимнюю парку для подростков из новой коллекции Raymon. Эта моделька одна из самых теплых коллекций, здесь 220 грамм утеплителя. Также здесь есть водонепроницаемость 3000 мм, паропроводимость 7000 мм и внешние швы проклеены. Модель производится от роста 134 сантиметра до роста 164 сантиметра. То есть подойдет примерно для деток школьного возраста. Давайте посмотрим подробнее, что здесь есть интересного. Капюшон отстегивается с помощью кнопок. Мех на капюшоне также отстегивается с помощью кнопки и молнии. Внутри гладкая подкладка. Ткань очень мягкая, на ощупь как будто бы с добавлением хлопка. Рукав прямого кроя, эмблема Raymon. Манжеты прямые, регулируются с помощью липучки. На рукаве светоотражающая полоска. На груди декоративная планка. Есть два накладных кармана на кнопочках. И вот так выглядит нижняя часть куртки. Защитная планка молнии на кнопках и липучках. Здесь также светоотражатель. Молния с защитой подбородка от защемления. Достаточно высокий воротник. По нему проходит мягкая подкладка. Дальше в теле и рукавах куртки подкладка гладкий полиэстер. Есть петелька, этикетка, где можно написать данные ребенка. Подкладка простегана. По линии талии проходит утяжка. Это эластичный шнурок с фиксатором. Вот так вот. С двух сторон. Сзади можно увидеть, что капюшон регулируется по объему с помощью липучки. Светоотражающая полоска. Здесь также декоративная планка. Вот тут проходит утяжка, светоотражающая эмблема Raymon, и вот так выглядит нижний край. Вот такая стильная и очень теплая парка для подростков. На этом, пожалуй, все. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте Dinomama.ru. Спасибо за внимание.